Всем привет, с вами Ресим и добро пожаловать на канал о симуляторах. И сегодня для вас обзор на World of Guns, Guns Disassembly, симулятор разборки и сборки огнестрельного оружия, и не только, где наглядно можно посмотреть на детали и на принцип работы всех механизмов. Что ж, желаю всем приятного просмотра, начнем разбор. Рассмотрим все функции игры на примере ручного противотанкового гранатомета RPG-7. В нем будет 66 деталей. Но сперва вы произведете неполный разбор, чтобы познакомиться с основными частями. После чего вам откроется возможность полной разборки на все 66 деталей. К счастью, здесь не требуется нажимать на каждый винтик, они выкручиваются сами. Все внимание только на детали. Ну что ж, разобрали, молодцы. Теперь надо собрать все обратно. Подсказки помогут, если вдруг вы запутались, какую деталь куда нужно поставить. После успешной сборки вам откроется возможность посмотреть, как RPG-7 функционирует. Для удобства есть функция замедления времени, а также рентгена, чтобы можно было подробно рассмотреть работу спускового механизма в момент пуска гранаты, а также ее перезарядка. Еще каждое оружие можно посмотреть в разрезе, что тоже дает понимание принципа работы. Каждая часть подписана, так что узнайте, как называется та или иная деталь. В режиме «Игра» будет разборка и сборка оружия на время, а в режиме «Суперигра» та же разборка и сборка, но без возможности ошибиться при выборе детали, так что надо быть очень внимательным, чтобы соблюдать порядок сборки. А режим «Хардкора» относится к рейтинговому соревнованию, также без возможности на ошибку. А режим раскрашивания – это для тех, кто хочет покрасить оружие или залепить наклейку. Кстати, за выполнение заданий вы получаете опыт, который можете потратить на открытие новых моделей. В игре их предостаточно, начиная от оружия времен Второй мировой войны до современных образцов разных стран. А с DLC этот список можно расширить еще больше. Кроме оружия, можно даже посмотреть устройство бронемашины пехоты BMP-3. Также разобрать ее на составляющие части, а их очень много. И, конечно же, посмотреть, как ведется огонь, как работает перезаряжающий механизм, как выглядит режим амфибии и другое. В игре присутствуют и другие боевые машины, но для начала их нужно открыть. Ко всему прочему, есть DLC с моделями скелетов, ретро-машин и мотоциклов. На данный момент всего в данном симуляторе 254 модели, и список пополняется, так что есть где разгуляться. И в заключении, помимо разборки, каждая модель имеет описание с характеристиками, так что вы всегда можете сравнить их. Также для мотивации в игре присутствуют ежедневные задания, чтобы получить опыт и открыть еще больше моделей. И есть небольшая викторина, где вы по фото должны определить, что за модель оружия перед вами. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Увидимся в следующей серии. А пока, всем пока.